Я сама родом с России, я здесь уже 14 лет живу, но я хотела бы, чтобы поступили в Россию. Севастополь, он всегда был российским городом, так что для нас то, что сейчас творится в стране, только плюсом. То есть мы как бы хотели, чтобы была это все Россия. У нас много родственников в России, то есть мы за Россию. У меня день рождения сына завтра, вот этого, вот киндера. Мальчика. И это самый знаменательный день будет в нашей жизни. 7 лет назад, в воскресенье, 16 марта. И вот завтра, в воскресенье, у него день рождения. Понимаете, и мы с девизом «Домой в Россию» завтра сначала на референдум голосуем, а потом встречаемся с друзьями, празднуем Никитина день рождения. И наверное, рождение новой жизни. Да, у нас двойной это будет праздник в семье. Праздник. Голосуем за Россию. Все, наконец-таки. Я не знаю, ну, радость. Мы ждали-ждали это и дождались, наконец. Слава Богу, как говорят. Настроение великолепное. Как-то вот даже волнительно, что-то как перед чем-то новым таким, не знаю, не искусственное состояние такое, а приятное. Если все случится, как наша жизнь изменится? Я думаю, что только в лучшее. Иначе и смысл затевать было. Я думаю, что все тут продумано. Наша только, в общем-то, задача поддержать. И Путина, и Россию, и вот с этим выбором, я считаю, они нас, как говорится, вытаскивают, а мы с ними заодно. Только так и только надежда на лучшее. Участник обороны Севастополя. У нас осталось человек 120 или 100 всего в Севастополе. Вы в курсе дела, наверное. Я юный защитник Севастополя. Инвалид войны второй группы, то есть первой группы. Мошкин Николай Иосифович. Завтра вершится история города. Для вас этот день что означает? Это еще и как победа, как день победы. Мне вот на самом деле очень жаль, что вот мои бабушка и дедушка Серковы, Зинаида Дмитриевна, Серков и Насекунович не дожили до этого дня. Что у них не было права выбора. Они об этом могли только мечтать. Везде наши родные люди живут. Они все нас ждут, и мы, конечно же, к ним. Я же здесь родилась, выросла в осажденном по сегодняшний день. Я без России, вы что, не могу? Мы свой дом идем, родной дом идем, в Россию, вы понимаете? Нас в 94-м году, нас это сам... К Украине прицепили за бутылку водки, понимаете? А теперь мы домой родной, свой дом родной идем, вы понимаете? Нет, я не за какие, у меня свой родной Севастополь. Россию ни за какие деньги не применяю, только буду в Россию, своей родной матушке России. Все, поняли? Это великий день, к которому мы стремились очень долго. Мы все об этом давно очень мечтали, и наконец у нас появилась возможность реализовать это. Как-то, чтобы нас все услышали и увидели, чего мы хотели на самом деле. Чего люди хотят и как они чувствуют себя внутри своих сердца. Мы русские, мы хотим как бы быть частью России.